Покривила его, ну, потому что мы уже не купаемся. Тоже первый раз вижу такую морковку. Кстати, она очень сладкая. Фиолетовая морковка. Надали редиску. Смотрите, какая редиска. Можно будет сделать с Сашей крошку. Да? Завтра сделаем окрошку. Хочу немножко показать вам наш урожай. У нас обещают заморозки. Собрали такие бурые помидоры. Там внизу огурцы, но уже доставать не буду. Перец. Перец тоже еще практически вот он зеленоватый, а должен быть красный. Что делать? Внизу там баклажаны. Вот. Ну вот, как-то так. Щавель. Собрала, это уже третий щавель за лето. Лук зеленый. Укроп-зонтики. Укроп-зонтики мы перемалываем через блендер. Подсаливаем чуть-чуть масла растительного и добавляем. Вернее, все складываем в баночку и в холодильник. В общем, ничего не выкидывается. Ну, вот морковка. Такого плана морковка. Ну, в принципе, нормально. Морковка это вот фиолетовая. Сажала я, показывала семена. Вот. И ты здесь, да? Свекла тоже разная. И вот такая есть. Но это сильно крупная, конечно. Вот. Самое хорошо это вот такая средненькая. Она хранится хорошо. Ну, такая вот свеколка, морковка. Сейчас покажу картошку. Нашимает картошку. Вот. Розовая, конечно, она крупная. Но ее мало на кусту. Но она вкусная. Вот. Вот такая вот картошечка. Еще она молодая. Ее, конечно, еще рано. Еще полмесяца. Да, еще полмесяца. Но ничего. Такой вот, так сказать, плоды нашего труда. Хочу показать все-таки вот эту фиолетовую морковку. Все-таки какая она. Ну, вот такая морковка. Саш, поломай ее пополам, пожалуйста. Хочу посмотреть, что там внутри. Ну, вот такая. Вот такая морковка. Это вот эта фиолетовая. Меня как-то Ирина спрашивала, как вырастет, покажи. Ну, вот она выросла. Тоже первый раз вижу такую морковку. Кстати, она очень сладкая. Фиолетовая морковка. Ну все, первые плоды нашего труда. Конец августа. Че? Че ты сидишь около тройника, а? Наблюдаешь? Наблюдаешь, как всегда, да? А? Как она любит на колодце посидеть? Ой, потягушки у тебя, да, Муся? Потягушки? Наблюдает Саша моет, а она наблюдает. Наблюдатель. Наблюдатель. Да? Моська. Мяу.
И не давай, не дразнись. Скажи, сама дразнишься. Розы радуют. Все лето радуют розы. Это вот уже опять набрали бутоны. Розочки. Вот в этом году прям розы обалденные. Уже все такое по-осеннему, конечно. Цветник тоже. Остатки роскоши практически. Но я рада тому, что все у меня, в принципе, цветник, он свел постоянно. Одно зацветает, второе отцветает. В принципе, не было такого, что цветник не был в каких-то цветах, в красках. Вот. Бархатцы везде. Вот. Так, вот немножко пробегусь. Хризантема зацвела. Хризантемка. Ну, вот как-то так. Хозяйство наше поживает нормально. Физалис нужно собирать уже. Да, такой вот он уже желтоватый цвет. Не знаю, камера не передает. Но буду собирать уже физалис. Я почему-то думала, что он будет крупный. А физалис какая-то мелочь, конечно. Вот. Ну вот как-то так все. Бассейн уже покосило, покривило его. Ну, потому что мы уже не купаемся. Эта неделя стоят холода, дождь, каждый день пасмурно. Все в таком виде. Ну что ты кричишь? А? Что такое? Сейчас вот она будет запрыгивать. А? Чего такое? Давай, иди сюда. Иди сюда. Вон там уже. Видите? Снесли. Так, три. И там два яичка. Ну, вы молодцы, слушайте. Даете производство. Да? Вообще, в этом году прям куры. Куры прям радуют. Да? Одна прям поет, поет. И такие вот они любопытные. Интересно, конечно, за ними наблюдать. Вот она метится. Сейчас вот, наверное, будет прыгать сюда. 100%. Ну, иди сюда, иди. Иди. Иди сюда. Иди. Иди сюда, иди. Иди давай, иди. Иди сюда, иди на сетку. Вот такие любопытные создания. А ты чё? А? А что такое, Муся? А что такое? А? А что случилось? Что кричим? А? Разговариваешь, что ли, с ними? Так что и буран был, и все повалило, и, в общем, холодное лето 2018 года. А так, в принципе, все порадовало, и море цветов, и в общем, все как бы все нормально, так хочу сказать. Вот. Видите, как повалило и все подсолнухи мои декоративные, хорошо успела снять. Капусту раннюю доедаем. Вилки прям. Прям вилки огромные. Это вот поздняя капуста. В принципе, тоже она завязывается хорошо на зиму. Вот. Хочу показать. Так, помидоры, конечно, бьет фитоспора, потому что резкие перепады и все остальное. Но вот хочу показать, сколько на одном кусту помидоров. Буду обрабатывать помидоры
и покажу, как я это делаю, чтобы помидоры плодоносили, чтобы их было больше на кусту. Так, ну вот смотрите, вот наш кустик, который был посажен рассадой, где у нас первая зависть, вот, идет первая зависть цветов, цветоносов. Да иди ты отсюда, Муся! Вот, все остальное мы вот так беспощадным образом все вот эти детки обрываем вместе с листочками. Прям не бойтесь, потому что вот с этого ничего уже не будет нормального. Все, вот этот листик последний. Вот у нас идет один первый цветонос. Дальше пошла детка. Мы ее тоже обрываем. Оставляем вот в таком положении. Все. Здесь пойдет у нас гроздь с плодоносами. Вот дальше вот тут вот тоже вот развиваются цветочки. Видите? Все. Остальные детки даже в процессе роста это все надо удалять. Все. Нижние мы удаляем для того, чтобы от земли никакая зараза на наш помидор не пошла. Вот в таком виде мы будем подвязывать. Вот это вот то, что я говорила, как их обрывать нужно. И вот получается вот такой вот урожай. Вот помидоры хорошие, крупные. В принципе, довольно. Главное, чтобы еще и спели. Ну вот, вырывать помидоры, которые, вот видите, на одном кусту, куст аж валится. Вот. Ну, уже что будет, как они выспеют. Да так, в принципе, помидор много. На одном кусту прям их очень много. Вот, вот эти вот пока еще не... Вот такие помидорки. И радуют бархатцы. Конечно, они у меня везде вдоль дорожек. Красота. Так, едим мы вторую речку. Беру речка. Вот. За лето второй раз, второй урожай. Набрали редиски. Смотрите, какая редиска. Можно будет сделать Саше окрошку. Да? Завтра сделаем окрошку. Редиски. И потихоньку спеет вот эта многоразовая клубничка. Вот. Тоже мы ее кушаем. И второй раз за лето лист салата. Тоже мы его уже подъедаем. Так что все вызревает. Огурцы в этом году не очень. Ну, собираем где-то по килограмму, по два. В принципе, нам хватает. Банки закрыли, и так вот на покушать нам хватает. Посмотрим нашу тыковку. Тыква растет. Сорт называется медовая. Ее достаточно много. Тоже нам хватит на зиму. Вот она еще только-только вот наливается. Вот такая тыковка. Фиолетовая капуста тоже не фонтан. Не знаю, вроде что-то закручиваются вилки. Но вот второй год я с ней сталкиваюсь. И второй год она меня как-то вот не удивляет. Не знаю, посмотрим в этом году как, если... Так она и будет себя стоять. В этом году ничего не будет урожая, то связываться с такой капустой я не буду. Наливаются яблочки.
Яблочко тоже вот как побило ее морозом. Яблочек немного. Ну, хватит нам покушать, нам хватит. Цинния моя продолжает радовать. Она очень долго стоит. Прям рекомендую вот клумбы с цинией. Прям вот, чтобы их было много в одном месте, сочетание цветов. Это очень красиво. И стоит она практически до осени. Я еще не знаю даже, вот если морозом ее не побьет, то она еще долго-долго будет стоять и радовать. Thank you.